Всем привет. Компания ОМЗАП. Продолжаем ремонтик на метро Кантемировского, нашего сервиса нового. Начальство вот выделило машинку. Катаюсь на каблуке, как извозчик от скуки. Сейчас быстренько пробежимся. Вот прошло 3 дня. Двигаемся чуть медленнее, чем хотелось бы, но главное, двигаемся сейчас. Пройдемся с вами, посмотрим, что изменилось чуть-чуть. Оглянемся на прошлое, увидим будущее. Недалеко от въезда вам вот видно, наверное, там въезд, шлагбаум, подъезжаете, сигналите, вас пускают. Говорите, что в автосервис к нам будем, запах не вас пускает. Что изменилось? Ушел ваш гараж, пришел наш ОЕМ. А вот он входик. Пусть вас не пугает внешний вид здания, что ж такое вот нынче сдают. Но внутри довольно-таки все добротно. Здесь стрелочка, чтобы вы не потерялись и знали, куда идти, либо вам в автосервис, либо за запчастями. Ну вот, ремонт идет. Если помните, кто видел, сняли, разобрали, вот этот шкафчик останется. Потому что он прикрывает вот этот весь ужас. Не знаю, завтра придет мастер, пусть смотрит, это вообще просто сплетение, хитросплетение проводов, что, куда, зачем и почему. Ну, надеюсь, человек разберется, там будет видно. В цеху что? В цеху меняем свет, вот ряд и лампочек поменяли. Ну, сегодня пятница, электрик у нас, конечно, от базы попросили, решили не брать. Сейчас немножко уже жалею, потому что электрики, люди такие кайфовые, особенно на базах. Тут не в обиду будет сказано, работают дедушки, которые любят пить и ездить на дачу. В общем, они тут что-то часик поковырялись и растворились. Я так понимаю, теперь до понедельника все это осталось. Ну да ладно, вот будем стену. Слушайте, вчера был в Леруа Мерлене, с дуру. Палет с этой плиткой, вот из нее будет делаться стена, не влез в каблук. Где-то одна плитка весит килограмм 20, наверное, 25. Их тут 40 штук. В одно рыло вчера тут закидывал. Чуть не помер. В общем, тут видите, закупились чуть-чуть. Вскрыли яму. Ну, что, люди тут планомерно из года в год сливали воду просто в обычную смотровую ванну. Вот будем это все переделывать. Из такого, что сейчас случилось, сейф тут сдали, кстати, вскрыли его, в сейфе ничего не было, кроме как гарантийки на пожарную сигнализацию. Вот, ну, тут остались столы, кстати, свет тоже здесь починили. Здесь вот будет шиномонтажная, такая вот комнатушечка. Ну, в принципе, сейчас с вами пробежимся, все, почему ходили там. Здесь была, напоминаю, камера. Камеру демонтировали на 3-е сутки. Будем наводить порядок, устранять эту разруху. В общем, есть что делать. Будем работать и очищать. Сейчас поднимемся в клиентскую. Вот она близится к завершению. Посмотрим, выбрали цвет. Прораб нас ругал, говорил, будет дерьмово, начальство настояло. Мне тоже, мы видели просто один сервис с такой краской. Сейчас пойму, почему комната темная. Кабинет. Где-то ремонт. Ну вот она, смотрите, какой. Реально прикольный видон. Что будет у нас? Постараюсь ломать начальство на приставку. Поставим игр каких-нибудь. Можно будет развлечься. Ну что, нахожусь в нашей комнате. Народ, пишите комменты, оставляйте вопросы и поддерживайте нас своим присутствием. Всем, кто из наших старых клиентов приедет, обещаю, на первый разочек сделаем вам хорошую скидку. Все, народ, ставьте лайки. Пока.